Здравствуйте. Как вас зовут? Надежда. Надежда. Это у вас таких двое прекрасных деточек, да? Да. Девочки, да? А как вас зовут, красавица? Меня Настя. Настя. А я Катька. Катька. О, Катюшенька. Друзья, сегодня мы приехали в Александровку, привезли вот наш продуктовый набор для этой семьи. Это полноценная семья, она живет в Александровке и находится под постоянными обстрелами, эти детки. Они, к сожалению, родились, кроме как обстрелов, и ничего не знают. Мирной жизни они не видели еще. Они прекрасно знают, что стреляют. Здесь бывают, стреляют сильно? Да. А вам, когда стреляют, страшно? Даже очень страшно. Даже очень страшно. Мы даже можем в подвале спрятаться, когда еще пуля может летать. Да? Вот это да. Вот даже пули летают. Друзья, боятся дети во двор выходить гулять, потому что вот так вот где-то автомат начинает, все, они, мама, домой и прячутся, и... Боятся. Ну так детки живут здесь, в Александровке. Друзья, спасибо вам огромное, что вот этим деткам помогаете на линии фронта. И вам большое спасибо.